Лично я покупаю самое сочное мясо и мариную его по секретному семейному рецепту. Далее жарю его с удовольствием. А какой шашлык предпочитают ульяновцы? Сейчас спросим у прохожих. Какие вы будете их жарить? Жарить? Да, на майские праздники. Скорее всего, да. А как, будете покупать мясо или сами мариновать? Покупать. Да? А почему сами не маринуете? Потому что времени нету. Спасибо. Пожалуйста. В уксусе. Ну, говорят, вредно. Кто в кефире, кто в волжанке. Мы в уксусе маринуем. С чем подаете шашлык? Жарим. Какой салат может быть? Лучок? Ничего не режем. Помидоры, огурцы, зеленый лук, редиска и хлеб. Ну, кетчуп. Какое мясо предпочитаете? Свинина. Для того, чтобы сделать хороший шашлык, нужно взять крайне жирную свинину. Эту крайне жирную свинину нужно замариновать в смеси аджики, сливочного масла и соевого соуса. Ей нужно постоять как минимум 4-5 часов, после чего нужно взять качественный, хороший стальной мангал и поставить его там, где нет ветра, подальше от свалок, подальше от вонючих дорог. Нужно поставить его посреди леса, в идеальном, в чистом месте, где солнце светит и птицы поют. И вот там, в этой атмосфере благоухающей природы, нужно разжечь угли, положить на них кусочки мяса на шампурах. И аккуратно их проворачивая, сделать идеальный шашлык. Покупаем мясо и дома заготавливаем всей семьей и жарим. Какое мясо и как маринуете вы его? Говядина. Домашним таким рецептом. При помощи перца, лука и всего. А почему не используете кефир, минералку, уксус, сок гранатовый? Не пробовал, не нравилось. Шашлык будем с бараниной или с говядиной по обстоятельствам. По-разному все. По-разному. Обычно, если маринад, то это идет сметана, там стандартная, ну, чтобы не было ничего плохого. Как бы ПП мясо, это обязательно индейка, курица, сметана, что там еще? А, у меня муж уже ушел, да? А, сметана, лук и специи. Маринованное в сметане, в майонезе, ну, все вместе, что было. С лучком, как положено. А мясо какое? Свинина. Вкусная. На косточке. У меня родители на косточке любят свинину. Корейку. На глаз берем мясо, чтобы понравилось. И как вы его готовите? Ну, как обычно. Готовим. Заливаем кефиром. Я уже забыл, как это делается. Я живу один уже 7 лет. И поэтому для меня шашлык это уже как-то второстепенное. С лимоном можно. Можно готовый купить. В уксусе, в вине. Луком маринуем. Но вообще, на самом деле, меня маринует обычно муж, поэтому я вам подробно рассказать об этом не могу. Ну, я обычно не парюсь. Мы с друзьями берем, покупаем в ленте, либо сосиски купаты. Мы почувствуем больше купаты. Их быстрее, не нужно париться. 5 минут, грубо говоря, и готово. Я использую с рынка. Обязательно беру у продавцов, которых давно уже покупаю мясо, не первый год, проверенное. А мариную в основном просто в уксусе. Иногда делаю в кефире. Очень тоже классно. Заливаешь кефиром, лучок туда ставишь, в холодильник на суточки, достаешь. Обалденно мягкое мясо получается. Очень вкусно и великолепно.